День неизвестного солдата ежегодно отмечается в России, начиная с 2014 года. 3 декабря мы вспоминаем российских и советских воинов, погибших в боевых действиях. К этой дате была приурочена торжественная церемония перезахоронения останков красноармейца, погибшего в 1941 году под Киевом. На памятное мероприятие в деревню Жуковка приехало очень много людей, и каждый хотел сказать несколько слов. Одинцовская земля характеризуется тем, что у нас много защитников Родины проживают на нашей территории. И слава Богу, они еще живы и в здравии рассказывать о своих героических днях, поступках, которые они совершали в годы Великой Отечественной войны. Сегодня большое и знаменательное событие. Огромное спасибо хочется сказать людям, которые вложили в свое время, силы, душу в это мероприятие. Огромное им спасибо. И хочется верить, что у этого человека остались еще родные и близкие. Останки красноармейца были найдены украинскими поисковиками несколько лет назад. Установить личность погибшего солдата не удалось. Однако специалисты Института антропологии смогли воссоздать его внешность, по которой, возможно, его опознают родственники. К сожалению, данного имени солдата на сегодняшний момент установить не удалось, но мы на этом не останавливаемся. Мы понимаем, что, к сожалению, неизвестных солдат у нас очень много. И сегодня, в день неизвестного солдата, я считаю, что это очень важное мероприятие. После отпевания гости проследовали к воинскому захоронению. Неизвестный солдат обрел свой покой на Одинцовской земле со всеми воинскими почестями. Война не окончена, пока не похоронен последний солдат. Поисковики считают своим долгом упокоить останки каждого защитника Родины. И эту благородную работу они обещают продолжать. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».